На связи Киприон. И, как и обещал на прошлом стриме, я опубликую отчет о том, как я свозил бухло на крышу мира. Можете посмеяться надо мной. Я и ожидал, если честно, такие суммы, потому что я привез бухло не в самую хорошую цену, но все равно я в плюсе. Мне это радует. Хотя бы месяц мой флотоносец спокойно может без меня прожить. Сейчас я в данный момент возвращаюсь в обитаемый пузырь, дозаправляю авианосец, скорее всего, на полную, и, как и хотел, проведу стрим на исследование. Возможно, этот стрим пройдет завтра. Ничего обещать не могу. На Твиче, на Ютубе, как я и планировал. Я наконец-таки разобрался. Все увидите. Сегодня, где-то, наверное, до 9 часов вечера, я планирую прилететь в обитаемый пузырь, найти хорошую цену на третий, забить полностью трюмы своего флотоносца и отправиться далеко исследовать нашу галактику Млечный Путь. А вы это, пожалуйста, поддержите меня лайком, комментарием под видео. Я с вами ненадолго прощаюсь. Всего хорошего.